Всем привет! Вы на канале RossDixon. Сегодня мы расскажем о блокчейн-проекте интернет-компьютер. Криптовалюта, обзор который будет сейчас вам представлен, появилась на рынке в мае этого года и сразу вошла в первую десятку рейтинга CoinMarketCap, опередив по уровню капитализации многие известные стартапы. Причиной такого ажиотажа вокруг интернет-компьютер Coin являются амбициозные планы основателей проекта, бросивших вызов гигантам IT-корпорациям, контролирующим глобальную сеть. Интернет-компьютер берется поднять на новый уровень идею Виталика Бутерина о мировом компьютере на базе технологии блокчейн. Давайте разберемся, как устроен обновленный интернет-компьютер и стоит ли выкладывать деньги в этот проект. Этот ролик выпускается при поддержке одного из ведущих криптовалютных бирж Gate.io. В этой бирже вы можете торговать множеством криптовалют, которые нет в других платформах. Как покупать монеты в этой бирже, чуть позже вам расскажу. Так что смотрите видео до конца. Интернет-компьютер – это общедоступная децентрализованная блокчейн-платформа, созданная для расширения функционала всемирной паутины. Интернет-компьютер состоит из ряда центров обработки данных, разбросанных по всему миру. Каждый центр обработки данных содержит несколько узлов, которую образует подсеть. Каждая подсеть – это отдельный блокчейн, и блоки в каждой подсети могут прозрачно вызывать любой другой блок, даже те, что находятся в других подсетях. На практике сеть даже не различает подсеты, когда выполняет вызов блока. Это просто вызов функции в бешеном универсуме защищенного кода. Пользователи и разработчики взаимодействуют с ICP и фоновом режиме. Протокол ICP распределяет вычисления и данные по узлам подсети. Объединение в пул рамках традиционных блоков Proof of Work и Proof of Stake невозможно. Это позволяет избежать наличия узлов валидаторов с огромным количеством ставок, которые создают большинство блоков. Подсети могут взаимодействовать друг с другом с помощью уникальных ключей цепочки, которая является частью уникальной криптографии, разработанной Definity. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Каждая подсеть формирует блокчейн Proof of Stake, который использует новый механизм консенсуса под названием Threshold Reload. Они размещают децентрализованные приложения, запущенные на базе ICP. Если обычный DApps состоит из набора смарт-контрактов, децентрализованное приложение или DApps на интернет-компьютере состоит из одной или нескольких емкостей или же канистр. Канистры – это базовые структуры для хранения кода, сервисов и приложений. Они представляют собой смарт-контракт на стероидах и могут автоматически создавать новые версии самих себя в других подсетях для поддержки новых клиентов и могут быть использованы другими разработчиками, создающими DApps. Поскольку подсети состоят из нескольких узлов, работающих в мощных центрах обработки данных, это позволяет выполнять транзакции и приложения с намного более высокой скоростью, чем на традиционных блокчейнах, например, том же Эфиру. Но для развития понадобится поддержка IT-компаний и привлечение пользователей, иначе интернет-компьютер Definity станет бесполезной блокчейн-утопией. Инвестиции в токен ICP в данный период рискованы. Если проект не сможет конкурировать с Google, Facebook, Amazon и Microsoft, деньги будут выброшены на ветер. Но что из этого получится, пока неизвестно. Так что покупать криптовалюту ICP или нет, решайте сами.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.